Привет, мои дорогие! Хочу поделиться с вами видео, которое мне прислали девочки наши. Вот Оксаночка прислала из Черноморска. Ну, там, как всегда, летом красота, красотища. Посмотрите. Спасибо, Оксаночка. Кустик у нас здесь возле дома цветет, а на нем бабочек, туча, видимо, невидимо. Давай. Чудо вокруг, Миша, не жнись, прошлая любовь уже в пути. Чудо вокруг. Вот песня вообще-то про любовь. Да, это песня Леди Баг и Суперкот. Вот так вот. Но он глотает слова все, поэтому иногда понятно, иногда непонятно. Вот, а у меня тут под задницей собака нагрызывает свою игрушку, да? Да, моя морда? Морда. Доброе утро. Хотите себе вот такое кашпо, лампу? И такое у меня хулиганское настроение появилось. Ну что, как я вам, вьетнамка? Самый модный блогер в 65 лет. Ярко, конечно, очень ярко. Какие же у нас люди, да? Мне кажется, за границей никому бы в голову не пришло взять и отправить. Или богатым людям. Не пришло бы в голову, они бы просто выбросили. Им не надо, ну и выбросили бы. А тут человек взял, все собрал. Упаковал, отправила. И кому? Незнакомой тетеньке практически, да? Крым. А я не стиральная машинка, я человек. И мне интересно с человеком, который умеет что-то делать,
который к чему-то стремится, который не будет ходить, как помещик во дворе, и с которым еще и поговорить есть о чем, а не то, что хорошо поесть и мягко поспать, и больше ничего не надо. У меня больше 100 000 просмотров. Обалдеть! Это же как население небольшого города. Просто вообще. Надо же. Разве могла я об этом мечтать полгода назад? Спасибо огромное. Порадовала. Прям не могу, у меня прям через край все вот выплескивается. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Весь день меня поздравляли, звонили, писали. Поздравляли дети, внуки, и друзья, и знакомые. И даже незнакомые, те, кого я не знаю, мои подписчики. Спасибо вам всем огромное. Так приятно. Смотрите, какая бутылка, как бивень мамонта. Это я сходила, сейчас у Саши забрала. Вот надо что-то с ней сделать, какую-то вазочку в один цветочек, что ли. Тяжелая, такая прям качественная бутылка. 6-кратная дистилляция, дорогая водка «Мамонт», создана на Алтае от зерна до напитка. Вот сейчас будет что-то делать. Ой, а насчет Юли, вот меня так поразило. Вот представляете, она в девичестве была Червякова. А вышла замуж и стала Чернякова. Одна буква всего поменялась. Надо же, бывает же такое. Ой. Пошла, думала, Саша меня тут пострижет. А она что-то лежит вся квелая и говорит, Дани нету, и я растеклась вся по кровати. Я говорю, лишь бы не заболела. А так лежи, пока мужа нет. А это из Омска. Я говорю, вот она, Сибирь-то. Я, девчонки, сижу спиной к свету. Мне кажется, меньше морщин, но когда высвечивается... Гляньте, какая красота-то. Сегодня 25 июля. У нас в Омске плюс 29. Это я вам хочу показать, какие абрикосы у нас растут. Вот абрикосовое дерево. Вот в этом году первый раз урожаем. Прям настоящие абрикосы, ароматные, вкусные. Я уже попробовала, они уже готовые. Это огромная яблоня стелющаяся тоже. Яблок очень много. Очень много. Это большие бальзамины, цветы. Выше меня ростом. Это у нас здесь такой уголок. Маньчжурский орех маленький. Косточки. Все в девичьем винограде. Ваня. Гладиолусы еще не распустились. И хочу показать вам грушу. Огромная груша, очень много плодов, ветки ломятся, но она где-то ближе к сентябрю будет готова.
Очень много плодов. Там подпорку поставили. Единственное, что... Тихо, Саша. Единственное, что я имя не помню, потому что у меня... Ну, телефон-то я разбила, а все там остались. А теперь появляются девчонки, что мне пишут. Но это уже без истории, и я не помню имя. Напишите мне, пожалуйста. Девчонки, вы вообще, кто мне пишете, хотя бы вот в первый раз напишите, кто вы, потому что я картинки забываю, кто это. И упомнить-то я тоже вот, когда вот уже идут у меня, я знаю, кто это. А с того телефона... Девочки, а вот Леночка мне прислала из Риги, из Латвии, видео. Я бы вам его показала, но у меня YouTube не примет. Боже мой, до чего вообще уже докатились? Опера, идет опера, полный театр. Поют. И герой выходит на сцену голый. Абсолютно голый мужик. И поет. Боже, какая мерзость. Это кошмар какой-то. Ну, у меня прям в голове не укладывается. Людьми правят извращенцы. Вот честно. Вот такое у меня сегодня видео получается. Из видео, из фотографий, всяко. Вот так меня поздравляли. Сейчас вам пришлю фотографию. Правда, фотография там старая, я еще там толстая. Сейчас я уже не такая толстая. Ой, девчонки такие молодцы. Так приятно прям, ой, не могу. Флорида меня поздравляла и прислала мне фото Белиауса, моего любимого. У бабушки тут все, и съемка, и монтаж, и макароны подгорели. Ну, котлеты хоть не сгорели, и то ладно. Да? Да. Это очень вкусное с томатом. Да? А, помидоры эти, тьфу, макароны с томатом, да, и шпинатом. Да? Ну ладно, да. Кушай. Ну, а вишенка на торте? Моя невестка, Маша, которая живет в Болгарии, вышла замуж. Муж у нее австриец. Замуж она выходила в Австрии. Вот прислала фотографии. Красотка. Ну вот, хотела заняться бутылкой. А занялась второй вот такой емкостью. Вот сейчас сделаю вот эти вот места. Тут еще обрезать надо. Вот такая вот будет штука. Ой, наверное, экран, этот, камера, наверное, грязная. Я же вся в ПВА тут. Вот такая будет красивая штучка. На крышку, правда, мало, но, может, повырезаю. Может, хватит? Такая вот. Ну что, симпатичная, правда? Короче, работаю. Время 11:00. Я не могу. Вот это видео, которое мне прислала Леночка из Риги с голым певцом на сцене в оперном театре.
я отправила девчонкам. Ну и не только девчонкам, Сереге, Марининому мужу. И тут... Ой, девчонки. Я-то была возмущена, конечно, такой современной культурой. А девчонки, господи, чего мне только не понаписали, не наговорили. Ну, молодцы, все с юмором. Я тоже согласна. Там такой задрипанный. Ну, прям смотреть не на что. Могли бы и покрасивее, и пофактурней выпустить, если уж так дело пошло. Но вообще это, конечно, безобразие. Что это за современная культура? Ой, господи, докатились кругом геи. Теперь еще голые мужики на сцене. Что будет дальше-то? Жалко, не могу я выложить. Но представляете шок у зрителей? Кошмар. Кошмар. Вот она, современность нас догнала. А у меня вот красота будет сохнуть до утра. Завтра надо придумать из чего-то крышку делать. Придавила, чтобы на дне, чтобы нормально все высохло. Вот, а мы уже спать собираемся. Диван разобрали. Мы с Сашей тут на кухне спим с маленьким. Ну что, мои хорошие, давайте прощаться до завтра. Вот такое уж сегодня у меня видео вышло. Из разных видео, фотографий. Ну, очень приятно, когда мне присылают видео, присылают фотографии. Я могу и сама порадоваться, и с вами поделиться. День сегодня был хороший. Такой какой-то спокойный. Ну и слава Богу. А что будет завтра, будет видно. Я вам сниму и покажу, что будет. Ладно, лапоньки мои, давайте. Берегите себя. Хорошего вечера я вам уже не желаю, потому что уже спать пора ложиться. Всем спокойной ночи. Пусть ничего не болит. Ну или хотя бы нового ничего не болит. Давайте, мои дорогие, берегите себя. Пусть все у нас, у всех будет хорошо. Я вас очень люблю, обнимаю, целую. Вы мои умницы. Хорошие, веселые девчонки. С юмором, с пониманием прекрасного. Труженицы. У всех все растет. Цветет, банки закатываются. В общем, короче говоря, жизнь бьет ключом. Жалко только, что лето уже к концу пошло. Я говорю, ждешь его, ждешь, ждешь, ждешь. А оно пролетает, как выстрел. Сейчас этот август пролетит, и все. Что, мой хороший? Ты зубки почистил? Почистил зубки? Нет, я тебе сказала зубы почистить и умыться. Зарычал, пошел. Ой, не могу, мужчина. Как он говорит, я молодой мужчина. Ну ладно, зайки, давайте. Пусть все будет хорошо. Ну и надеюсь, завтра увидимся. Я вас обнимаю, целую, мои хорошие. Будьте все здоровы, самое главное. Ну и пока-пока.